9 по 16 сентября в португальском городе Фуншал состоится первенство мира по водному поло среди юниорок. Сборная России встретится в групповом этапе со сборными Португалии, Италии и ЮАР. Я хочу вам пожелать тоже успешного выступления на этих соревнованиях. Не забывайте, что вы защищаете честь России. Биться до конца, биться до упору, во что бы ни стало, завивать наилучшие награды. Спасибо. Так, город. Подготовка ватерполисток в спортивно-оздоровительном комплексе «Сатурн» проходит ежегодно. Спортсмены с удовольствием приезжают в Раменское для тренировок и дружеских встреч. Сейчас приехали сюда с Греции. В Греции провели товарищеские игры с Грецией, Голландией. Во всех играх одержали победу. Дай бог, что и на первенстве мира тоже у нас все сложится удачно. Так как подготовка прошла хорошая, заложили хорошую базу. Надеюсь, с этим хорошим настроением поедем и покажем свой класс, поборемся, будем отстаивать честь России. Для молодежи это высший уровень. Вот, то есть будем представлять Россию. Для меня уже третье первенство мира. Вот. Прошлые два раза первые места занимали. Отстаивать честь России на первенстве мира по водному поло будут 13 спортсменок из разных уголков России. Волгограда, Челябинска, Ленинградской, Московской областей. Несмотря на сильных соперниц из Испании и Америки, ватерполистки настроены только на лучшие результаты. Все сильные команды, там много сильных команд. Как оцените свои результаты? Или хотите показать? Ну, конечно, хотелось бы отыграть на супер. Вот. Поэтому будем надеяться, что только высший результат. Антон Карташов, Алена Иванова для программы «Городские вести».